У нас приглашается боец из Узбекистана. Встречаем Усмонов Давлат! Kalleyi de kaldırıyor, bu kellesini.
Kolini götür, götür. Bırak oturma baba. İçeri doğru. Kolini götür. Baba! Beni vur. Vota, kaça! Haydi, haydi, haydi. Yap, tamam, tamam. Hadi, devam, devam. Arka, tut da tep. Hadi, tut da. Vota! Tut da tep. Kolini götür. Tut da tep, tut da tep. Kolini götür. Koy o zinç. Hayla, hayla, hayla. Tep, tut da tep. Vota! Hayla, derim ayakta. O zinç dedi yapma, istiyorsan mı? Заместитель генерального секретаря Совета МФА СНГ. Агайды агайма, Амангелд агайма. Давай, чомоги, чомоги агайма. Замер агайма, чон рахмат. Алга Кыргызстан. Воду не брызгаем. Вытрем. Пойдите на середину. Об этом бою в первом раунде за минуту 57 секунд нокаутом победу одержал Нурбай терең разычылык. Жана ошондой эле мен биринчи жолу ойлоп чыккан таң Амангел агайыма терең разычылык. Замир агайга да чоң рахмат. Нурденко, сизге кайрылып келип атат. Мен ВЭФ-де көп убакыт өткөрөм. Сизден ушул ВЭФ-ди көрсөтүп турмакчымын. Чоң рахмат. Игиликтер чемпион бол, чемпион мир бол, да? Поздравляю нашего чемпиона. Ура еще раз! Браво! Великолепный бой был с нокаутом, но самый быстро динамичный бой развивался, спорт развивался, это как раз смешанное единоборство, это самый мужской, достойный спорт. Я, пользуясь случаем, хотел поблагодарить ВЭФ Профи, то, что он здесь, у нас в Санкт-Петербурге проводит такие мероприятия, особенно сенсея команды Time on Us, Самата, он настоящий сенсей, он придает клуб. Он дает качественный бой, он готовит качественных спортсменов. Поэтому побольше бы нам таких учителей и побольше бы таких очень уважаемых спортсменов. Всем спортсменам, сегодняшним файтерам вечерним, всем удачи и чтобы победа была за вами. Ура! Абсолютно с вами согласен. Боец Арген всех нас удивил на гран-при, дошел до финала, поэтому, я думаю, все самые яркие бои только впереди. Ну и хотелось бы выразить огромную благодарность от имени всех членов Федерации национальной борьбы «Кулатуэр Таймаш». Искренне выражаем вам благодарность за постоянную поддержку спорта, неоценимый вклад в пропаганде здорового образа жизни, в развитии и популяризации национальной борьбы «Кулатуэр Таймаш».